Внимание было обращено в первую очередь на стройплощадки, которые ранее по решению суда были признаны незаконными. При проверке трех стройплощадок выяснилось, что застройщики не исполнили решение суда и продолжили возводить дома. Все работники были доставлены в отдел полиции Хостинского района для разбирательства. Кроме того, была проверена легальность нахождения рабочих на территории Российской Федерации. 17 граждан были переданы сотрудникам Федеральной миграционной службы для проверки. На троих подготовлены документы на выдворение за пределы страны за нарушение миграционного законодательства. Также выявлен один факт фиктивной постановки на учет иностранного гражданина по месту пребывания. Только с начала года в Хостинском районе более 80 застройщиков привлечены к административной ответственности за самоуправные действия. Мы эти мероприятия проводим совместно с администрацией города Сочи, с архитектурно-строительной инспекцией. Поэтому все стройки, все строящиеся здания на территории города нам известны. И эти мероприятия мы будем проводить ежедневно, пока не искореним эту проблему.